Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я буду готовить тефтели. Тефтели буду готовить без зажарки. Беру фарш. Фарш у меня говядина. Здесь у меня 1 килограмм. Так. Рис я промываю. Рис я промыла. Ошпаривать, отваривать не буду. Я кладу вот такой прям сырой рис, скажем так. Сюда отправляю яйцо. Одно. Нарезаю лук. Так, вообще я беру блендер и, друзья, блендер измельчу. Так, все. Отпускаю сюда. Посолю 1 чайную ложку и еще чуть-чуть. Все это руками перемешиваю. Рису можете добавить меньше, это на ваше усмотрение. Я люблю, когда риса побольше. Так, друзья, сюда я добавляю еще вот черный перец. Вот по вкусу. Все это снова перемешиваю. Вот так чуть-чуть отобью. И все. Фарш готовый. Теперь буду формировать шарики. Беру казанчик, на дно ничего не кладу. Так, ничего не буду обжаривать, зажаривать. Вот такие тефтели буду я формировать. Вот такие шарики размером. Можно зажаривать там лук с морковкой. Там у меня будет по-другому. Вот так делаем шарики и выкладываю сюда казан. Я буду делать вот такие размеры, и небольшие, и не маленькие, такие средние. И вот так вот отбиваю, чтобы плотненькие они были, видите, вот плотно, ничего тут не рассыпается. Я зажарки не готовлю, там лук, морковь я не обжариваю. Но я беру вот аджика у меня. У меня много их, поэтому использую вот на такие подливы. Тут вот тут перец болгарский, острый по вкусу. Зелень, петруша. Тут у меня сельдерей, помидоры. Выливаю. Вот, посмотрите. Такая вон консистенция. Посмотрите, тут еще и масло у меня есть растительное. Все. Теперь я вот это выливаю сюда. Смотрите, вот. Вот это будет красиво и очень вкусно. И, конечно же, добавляю воду. Вот так по краю, чтобы не испортить тефтели. Все, это достаточно. Так, друзья, пробую вот этот бульон. Бульон у меня нормальный, потому что тут же соль все есть. Соль, сахар вот в этой аджике. Поэтому сейчас я поставлю готовить. И через время я попробую на вкус. Так, ставлю на плиту. Буду варить где-то в течение часа. Тефтели приготовились. Вот так посыпаю укропом. Смотрите, они очень вкусные. Вон какие. Тут такой аромат. Их кушаешь, и там такой вкус. Потому что там у меня есть и сельдерей, и болгарский перец, и помидоры, сахар, песок. Соль, ну, все есть. Очень вкусно. Если у вас в ваших сахарах есть вот эта вот аджика, можно использовать как раз то, что надо. Сюда подходит. Место зажарки, место подлива. Ну, все, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!